Калі мастацтва ілюзіёна і вакал аб'ядноўваюцца, можа адбыцца сапраўдны цуд. У гэтым перакананыя спявак Віталь Сычоў і магілёўскі ілюзіяніст Віктар Шышко. Сумеснымі намаганнямі яны арганізавалі маштабную дабрачынную акцыю. У яе рамках па гарадах Беларусі пройдзе канцэртны тур, падчас якога на разліковыя рахункі хворых дзяцей будуць сабраныя грашовыя сродкі. К нам абрацілася мама Міщенка Тимура. Мальчик нуждается в дорогостоящем лечении, мы хотим оказать помощь, и все желающие тоже могут оказать помощь, в принципе, по всей республике, поскольку вся подробная информация о туре, о благотворительной эстафете «Мечты сбываются» расположена на сайте «Стерео Чудо». Каждый может зайти, посмотреть, каким деткам нужно помочь. Зараз организаторы тура находятся у пошуку детей, яким необходимо медицинское лечение. Те, кому потребна допомога, могут выслать информацию с копиями документов на электронную скрыню. Першим городом, где Віталь Сычоў представить программу «Стереоцуд», стане Жлобин. Услед за им у тым же городе выступит Виктор Шишко. Артисты сподяются, что концертную эстафету подхопят и іншие выканаўцы. Таким чином, колькость выступлений и городов, где пройдут концерты, дозволит допомогчи большей колькости хворых детей. При этом у конце каждого концерта у каждом городе будут огучены на запашенные суммы. Для меня это прежде всего проект, который должен сделать какую-то частичку добра, принести в этот мир, но никак не какой-то там уникальный творческий проект, который меня именно этим привлек. Я самостоятельно существую, у нас есть самостоятельная программа «Спящая красавица», которая должна будет продолжить эстафету Виталия для того, чтобы помочь детям. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».